Большинство людей заботятся только о себе. Действительно ли возможно воплощение идей проекта Венера? Если бы мы не считали, что это возможно, мы бы не работали над этим. Очевидно, что я не принимаю то, что вижу, поэтому я и работаю над этим. Произойдет ли это? Это зависит не только от меня, это зависит от любого из нас. Передайте другим, что у нас с Роксаной нет никакой власти. Если они хотят ресурсоориентированную экономику, они должны продвигать идеи в массы. Если люди начнут звонить в университет и предлагать им, чтобы кто-то из проекта Венеры провел презентацию, или же, если вы будете обращаться на радио, телевидение, тогда это сработает. Звоните и говорите, что у нас есть новые идеи, и мы хотим, чтобы люди о них узнали. Я считаю, что за все эти годы все нации в целом преуспели. Но я вижу, что люди не понимают, как работают их правительства. Им это безразлично. Все, чего они хотят, это работу. И если работа есть, дом есть, машина есть, тогда их вообще ничего не беспокоит. Но когда вы теряете ваш дом, машину и работу, вот тогда вы начинаете задумываться, что же происходит. И это будет подходящее время для начала реализации проекта Венера. И если этого не произойдет, ситуация будет только ухудшаться.